Фигаро тут, фигаро там. Я сегодня тут работаю, а завтра там, а сегодня тут. Так, шла через магазин. Смотрите, вот как кружка смотрится. Какая она красивая. Вообще. Не видно. Леопард. Главное, что она огромная. 200 литров кофе со сливочками. Так, ладно, не о том речь. Шла через магазин, купила щипчики маникюрные. Брови щипать, пилочки. И не удержалась. Еще и заколочка вот такую красивую. Сейчас буду брови щипать. Вот что. На работе заниматься. Пока народу никого. Абсолютно. К 8 марта навезли кучу-кучу уже мыльных букетов. Я поначалу аж 2 купила, а сейчас они мне даром не нужны. Куда бы их выбросить? Хожу в маске. Сегодня я в другом магазинчике. У меня впереди нет 2 зубов. Ну как? Одного зуба-то не было. Мост стоял. А раз мост сняла переделывать, то под мостом обточенный зуб тоже что-то как-то, в общем. Короче, удалили зуб. И сейчас, пока Деснада живет, так-то у меня все в порядке, все. Фу-фу-фу. Гнилых зубов нема. Теперь жду, пока заживет Десно, чтобы поставить новый мост. Поэтому не могу разговаривать с дыркой вот здесь. У нас сегодня вроде бы и уже весной пахнет. Но до того поганый ветер просто. Я еще думаю, в чем пойти. Хорошо, что я одела прям очень теплые лосины с начесом. Они прям меховые. Жду, сейчас Петрович придет. К 2 часам шаверму мне купит. Кушать хочу ужасно. Сегодня еще маковой растинки во рту не было. Ну, я же начинаю есть в 2 часа дня. Я же, получается, 8 часов кушаю, 16 часов у меня ничего. Но вот похудела только на 2 килограмма и все. Ну, я и не ради похудения. Я легче стала дышать, у меня меньше стала одышка, как была раньше. Ну, конечно, и похудеть хочется, но что-то пока не толку нет. Но уже 3-й месяц я на интервальном. 8 часов ем, 16 нет. Запросто, легко, можно продержаться. Но вот уже вот через 15 минут мне уже можно начинать кушать, но я с собой ничего не взяла в магазин. Позвонила мужу и говорю, прогуляйся, иди мне свежую шаверму купишь, принесешь тут рядышком. И я уже чувствую, что уже начинаю хотеть есть. Но ничего. Оказывается, сила воли у меня есть. Да еще какая. Скучно. Больших размеров ничего красивого нет, так бы что-нибудь померила бы. А так вот, большие размеры все бабушкины, знаете, шьют на бабушку. Ну что это? А мы же хотим сексуально навязаться. Да шучу, я вообще не понимаю, когда говорят сексуально надо. Мне, говорит, тут пришла одна такая, знаете, как две меня. Говорит, мне нужно очень сексуальное платье. Ой, Господи, я думаю, сексом нет, платье пахнет, а от самой бабы. Если от нее сексом пахнет, она даже будет в телогрейке, но от нее будет пахнуть сексом. Никак от шмоток не повлияет. Единственное, конечно, это 100%. Но вообще надо нравиться самой, сама себе. Если ты нравишься, я вообще считаю, мода – это говно. Моды не существует. Надо носить вещи такие, которые украшают вас, вашу фигуру,
ваше внутреннее состояние, если вы себя в этом чувствуете комфортно. Правильно ведь? А какое может быть? Мне, говорит, сексуальное платье. Ну, представляете, это я что? Я не понимаю, что это? Огромный вырез, и чтобы было видно части тела. Можно быть в комбинезоне, но если ты секси, то ты хоть в телогрейке, ты будешь секси. А если ты, как говорится, валенок, на тебя хоть что одень и не обернешься. Во как. Видали, какая я умная? Так что вот. Пошла караулить мужа в окно. Через 10 минут мне уже кушать. А его еще, бляха-муха, на горизонте нету. Я с этими зубами связалась. Ну, я и планировала за зиму поменять мост, все поменять, все свой этот нарощенный зуб переделать, поменять мост, чтобы уже спокойно летом отдыхать, не париться. А раз сейчас мы никуда не поехали, и я думаю, вот я и займусь. Вот как-то так. Кстати, сегодня у нас суббота, воскресенье. Я отдыхаю, в понедельник мне снова в зубной. Там точечка на зубе, она сказала, ну, еще как бы это не критично, но чтобы. Я говорю, давайте все проверяем, все делаем. Как говорится, доводим до ума. В общем, занялась так занялась. Вот как-то так. Во вторник, наверное, поеду на маникюр. Еще не знаю. В общем, все. Пошла мужа караулить в окно. Все. 5 минут. Муж прискакал. Купил мне горячую шаверму, так что я сажусь обедать. Всем, кто со мной кушает, приятного аппетита. Так, лук, укроп. Огурцы, помидоры, сосиски, салат мангал, крабовые палочки. В общем, что мне надо, в другом магазине придется еще раз сходить. Сейчас это занесу, потом схожу на Валберес и еще в один магазин надо сходить. Вот эти помидоры очень вкусные. Взять что ли баночку? Так, с работы шла и заскочила в Пятерку. Но мне еще надо кое-что, поэтому я продукты оставляю и иду еще в другой магазин. А что я купила? Здесь у меня сеточка лука. Здесь 2 упаковочки вот этих безешек. Дальше. Укропчик, лучок. Сосиски с сыром 2 штуки. Так, вот мангал, салат. Дальше халапеньо. Мешок крабовых палочек. Такие помидорчики, 2 огурчика. Сливовидные, лимоны. И все, да? И все. Вот эти, я так люблю всякие разные вот эти салаты. Ужасно. А вот эти вот вкусные пирожные. Они внутри с кремом. Сейчас покажу. Это Петрович мне покупал на работу. Вот такие, смотрите. Тут их было 6 штук. Я одну съела, Петрович одну съел. И одну я угостила. Все. Вот и все. Так, все, я поскакала в магазин номер 2. Мне надо Изабеллечке купить корма. Поэтому я пошла. Здесь, наверное, короче, не знаю, насколько. В общем, как-то так. Девочки, зачем я приходила на Валберес? Я себе заказала вот такую штучку. Вот. Вот такую вазочку под конфетки. Под конфетки или под безешки. И вот она пришла. Смотрите, какая красота. Что ты говоришь? Подожди пока. Сейчас спрошу. Вот эти маленькие сюда сложить и пить чаек. Ну, прям нежнятина. Очень красиво. Еще хочу такого же плана заказать себе масленку. Чтобы так все одно было. Ну что, сегодняшняя закупка?
Куча у меня апельсинок начищенных. Надо съедать. Так, давайте. Очень вкусные вот эти бонпансье. Петрович в этот раз привез. До хера и больше. Так. Томаты розовые. Наконец-таки. Пахнут. Немножко вот что могла выбрать. 4 штучки взяла. Дальше. Очень понравился в этот раз свеженький укропчик. Отличный лучочек. Шикарненький. Ой, мандаринки какие вкусные, апельсинки. Так, отличный лук. Редисочка. Или салат сделаю, или окрошку. Скорее всего, и то, и другое. Ну, как всегда, мешочек апельсин. На кухне стол занятый. Так, халапеньо. Халапеньо. 3 баночки халапеньо. Сыр плавленый для супчиков. Сосиски баварские 3 штуки. Так, а здесь что? А, соус терияки. И 2 огурчика на салатик. Или на окрошку. Одно из 2. Так, дальше. Ох! На салатик. Оранжевые помидоры. О, вот эту штуку я очень люблю. Патиссончики маленькие. Взяла 2 баночки. Вот вторая. 2 баночки патиссончиков. Так, мешок картошки. Картошку не буду доставать. Так, и самое главное. У нас же осталась кошечка одна. Анфисочка же наша умерла. А Изабелька очень плохо ест. Очень плохо, без нее вообще ничего не ест. Поэтому я ей набрала шеба. И Феликс, она, они у меня обе любят, вот, например, с морковкой, с томатами, с беконом. Вот тоже с морковкой. Вот таких набрала ей. Феликса. Так, одну пачку шеба я уже ей открыла. Ну, шеба, наверное, 10 штук я взяла. Всякие разные. Кролик, телятина, кура, индейка, утка. Сейчас я ей не помню, не знаю, какую открыла. Она уже кушает. Так, вот еще куча. Куча Феликса. И купила 4 пачечки вот этих вкусняшек. Она их тоже очень любит. Так, вот. 2, 3. И вот 4. Все упало. И очень хороший мытый картофель. Прям хороший картофель, я его уже брала. И это у меня все вышло. 3733. Вот. Ну, тут дорогой корм, консервы. Да что-то какой-то капец. Не знаю, видно будет, не видно. 3733. Все. Все, буду упирать. Вот такая сегодня у меня закупочка.
А вот эти прям халапеньо, тоже у меня Костян их просто так ест. Ну, в любое блюдо может накладывать. И особенно вкусные они в пицце. Все блогеры снимают, все так красиво, все расставляют. Все прям вот так у них это. А мне вечно все на пол валится. Что тут расставлять-то? Вот, ну, в общем, вот. Для сравнения, какие у нас цены, какие у кого цены. Вот это вот все вышло на 3700. Вот это все. Ну, корма тут не знаю сколько. Вот такая вот закупочка. Я опять на Ханне у Костяна в комнате. Опять сижу за его компьютером. Кушаю рис с куриной печенкой. Вот такой шикарный салатик. Жареный в тостере хлебушек. Чай с лимоном. Соль, перец. Все прямо вандербах. Так что мне приятного аппетита. Ну, если кто со мной тоже кушает, естественно, тоже приятного аппетита. Ой-ой-ой-ой. Салатик хочу. Легкий. Легкий. Вкусный. Так, ну что, попробуем печенку, которую я вчера жарила ночью. Того рота. Я люблю много морковки. Очень люблю много морковки. Кто-то говорит, что она дает сладость. Никакой она сладость не дает. Потому что у меня здесь травки, муравки. Все. Буду кушать.